Первую встречу комиссии по обсуждению причин промедления в процессе издания учебника провели в начале июня. Тогда же были даны соответствующие поручения. Сегодняшнее обсуждение прошло в присутствии депутатов парламента, редколлегии и представителей Министерства образования и науки. Состоялся разговор с президентом республики Аланом Эдуардовичем Гагуевым. И он попросил парламент принять все меры для того, чтобы вопрос создания книги по истории Южной Осетии, чтобы он сдвинулся с места. И данная проблематика будет поставлена на контроль парламента, уважаемые коллеги, и будем планомерно подвигаться по тем вопросам, тем задачам, которые мы ставим перед собой, уважаемые коллеги. Над изданием нового учебника по истории Южной Осетии работают с 2012 года. Сегодня дело национального значения находится уже на завершающем этапе. Однако, как было отмечено сегодня, правовые пробелы в формировании работы комиссии создают дополнительные препятствия. По первому вопросу правовым оформлением у нас подвижки есть. Мы сейчас только что разговаривали с министром юстиции. Министр юстиции сегодня встретится с Асланом Давидовичем. Будут определены вот эти правовые обличия, в которые должна будет быть оформлена создание вот этой книги. Это первое. Второе. Роберт Хазбиевич свяжется еще с Бзаровым и сделает все возможное для того, чтобы идентифицировать создание макета учебника. Как отметил директор научно-исследовательского института Роберт Гаглойте, макет учебника готовят к декабрю этого года. Также было отмечено, что перед полномасштабным тиражированием Минобразования и науки ознакомит с содержанием издания преподавателей истории республиканских школ. Эльвира Тибилова, Арсен Гаси, Вера Схавребова. Информационный выпуск сегодня.